Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна», и что-то я снова не в голосе, но сейчас 11 часов вечера, поэтому может быть все что угодно, но есть один плюс в этих 11 часах вечера, сейчас 11 часов вечера пятницы, а значит, что это еще так, не вечер, а скорее конец дня. Хотя, ладно. Надо все-таки не откашливаться или вырезать, как я откашливаюсь, но сейчас уже начал. Просто я обычно всегда в начале серии жду, пока вот эта вот активная музыка начнется, и тогда начинаю говорить. Сейчас вот не успел собраться и... Ну, вы знаете, вначале там туру-туру-туру-туру-туру, а потом... И так далее. Эта серия у нас будет посвящена, скорее всего, именно только попытке все-таки пройти тот челлендж, который я... на котором я сдался в прошлой серии по вашим заявкам, а именно... Где оно тут было? Это мини-игры, да. Мини-игра «Увидеть звезды», пройти ее без сажания чего-либо, что дает солнце. То есть только на солнце, которое падает сверху. Как я уже говорил, там не было указано, что нельзя сажать грибы, дающие солнце, но мне интересно пройти именно так. Чтобы вообще только на тех, что падают, я уверен, что я это сделаю с помощью чеснока. И такой-то матери, да. И сейчас я буду думать, что мне все-таки еще понадобится, кроме чеснока, и заодно откашляюсь сейчас. Вот, я вроде бы выбрал то, что я хотел, и смотрю, я действительно туплю больше, чем некуда. Я где-то секунд 20 искал на этой карте, где у меня колючки. Самыми последними их взял, почему-то вот именно их не мог найти. И я подумал, что все же будет интересно попробовать вообще без грибов. Если у меня сейчас не получится, то следующая попытка будет уже с чем-то из грибов, но все-таки не дающих солнца. Потому что... А, ну хотя на каждый гриб нужно будет еще семечко кофейное, так что... Да, так что, скорее всего, вряд ли. Исправление ошибок предыдущей серии у меня, это я взял чеснок, и это я взял... Да ё-моё. И это я взял стену орех. Угу. А остальное все вроде примерно так же, как надо, только... А, подождите. Вместо капуста пульта я хотел взять зерна пульту. Да, прощайте меня за всякие странные звуки, но на улице резко похолодало. И вот я снова в таком погранично больном состоянии, ну, как всегда, короче. Я буду стараться это вырезать дальше, главное просто не обращать внимания, если будет какие-нибудь странные паузы. Так, только вот... А не понадобится ли мне здесь что-нибудь из дубляторов? Как он тут называется? Имитатор, да. Имитатор... Ну, при том, как быстро у меня появляется солнце, вряд ли у меня будет хватать, чтобы успевать покупать и то, если вдруг мне что-то понадобится. Так что нет, имитатор я пока что брать не буду, и поехали. Да, вы не выбрали ни одного растения, да, поехали. Не посмотрел, на какую кнопку жму, было бы обидно, конечно, если бы был повтор. Но, по-моему, повтор это не это. И интересно, что мне сажать первым делом, все-таки чеснок или... Ну, это зависит от... А, грабли надо было купить в магазине, но... Сам дурак, сам потом куплю. Так, надо посмотреть, кто у меня пойдет и где. И там все сажать. Я взял снова колючки. И надеюсь на то, что дам. Так, вот так вот. Ну, по-моему, не хватит на колючки так. Кстати, какая интересная методика. Только вот у меня с чесноком не получится, но вообще чеснок мне здесь просто спасет меня и все. Главное, чтобы у меня хватало денег. И, по-моему... По-моему, да. По-моему, у меня все выйдет довольно тупо и просто. По крайней мере, у меня это должно получиться. Поставлю-ка я просто здесь мину и буду ждать, пока он подойдет, накапливая деньги. В самом начале это довольно легко, но надо не забывать сажать солнце, иначе... О, сажать звезды, иначе... Да. Меня, кстати, сильно жаловались в прошлой серии, что я называю солнце деньгами, но... Ну, сами посудите, все-таки покупаем мы обычно за деньги, а не за солнце. Вот я и называю их солнце, хотя в этой игре есть и деньги, и солнце, и это неоспоримый, так сказать, ее плюс. Большое разнообразие, но деньги в прямой игре бесполезны. Попробую сделать вот так, и, по-моему, мне кажется, что я осилю. Главное, чтобы не было больно сильных волн, а если я в самом начале сумею посадить здесь колючки... И защиту, то у меня все получится. Все будет очень просто. Главное, чтобы они не ели мою защиту. Может быть, даже мой чеснок это абсолютно бесполезная вещь, так сказать. Так, не-не-не, вот сюда вот защиту, пожалуйста. А потом уже сюда я посажу колючку. Я думаю, что он еще успеет напороться на эту колючку. Даже, может быть, чеснок пока что посадить, пока деньги есть. Но нет, сначала колючку все-таки. Здесь я не сглупил, здесь он идет на мину.
и мина успела вырасти. Все так, как я и планировал. Целую неделю думал о том, как это делать, а придумал все в самом начале и абсолютно нелогичным способом. Вот и пришло время чеснока, наверное, он будет день здесь. Потому что почему бы нет? Может быть, даже два чеснока посадить, чтобы если он сгрызет один, то он уходил на второй. Ну, насчет того, что я думал всю неделю, это я, конечно... Ой, не туда ты пошел-то, а, товарищ? Ну, можно и вот так. Только плохо, сейчас я колючку сюда посажу, он не будет на ней, да? Черт, что мне делать? Мне надо что-нибудь стреляющее теперь сажать. Это несколько печально. А, ладно, можно вот так вот, раз он нарушил мои планы. Да ё! А почему ты не хочешь? Ты же делаешь это назад. А сейчас не хочет, да? Ну ладно. Тогда надо будет все-таки сажать что-нибудь стреляющее. Но что-нибудь стреляющее вообще было в моих планах. Например, те же звезды на самом деле, но нет. Все же мне надо как-то его спасать. Ну его нафиг, пускай он... Да ё-моё, чё ж вы тут-то? Ай, снова сглупил, хотя нет, не сглупил на самом деле. Но как-то меня напрягают вот это, именно вот эти меня так делают, как я не хочу. Так, если я посажу сюда кабачок, то он чё сделает? Он... Угу. Они уже успели съесть мою защиту, чёрт. Всё-таки защита не такая крепкая, как я ожидал. Ладно, прыгай сюда. Здесь пока что он пойдет на газонокосилку, я потрачу... Одну газонокосилку, позволю себе это сделать. А может быть даже мину. Да, все-таки мину посажу. Но все разворачивается не так красиво, как я от него это ожидал. Мне срочно нужна сюда колючка. И тогда мне станет жить намного проще. Ну, не намного, но хоть немножко. Да успей вырасти, успел, молодец. Только я не посадил еще ни одной звезды, а надо сажать звезды-то. Как бы задача здесь сажать звезды, и сажать я их должен. Интересно, они прорвутся? Ну, в принципе, эту волну я могу даже запороть. Они могут здесь пройти, снести мне все газонокосилки. Чёртовой бабушке. И они, по-моему, это даже сделают. Ну ладно, пускай они это сделают. Хотя неохота на самом деле-то. Ну, не все они снесут. Может быть, я даже как-нибудь успею все-таки защититься, но нет, мины я сажать не буду, тратить на них деньги, потому что мины тратят деньги, как я уже сказал. А денег мне жалко. Все-таки сейчас я буду... Да нет, надо посадить хотя бы пару звезд, а потом уже как-то справляться. Потому что я уверен, волна начнется не сразу. Но сейчас я уже понял свою ошибку, у меня был... Было не расчет на то, что на что я рассчитывал. Скажем так. И звезды мне не даются так просто. А я думал, что это просто... Просто будет вообще как два пальца. Ну да, как два байта отослать. Программистский вариант этой немножко неприличной шутки. Слушайте, мне кажется, или колючка его не бьет? Почему колючка его не бьет? Я не понял. Так, все, меня достало, пускай по нему что-нибудь стреляет все-таки. Не звезды, так хотя бы горохомет. Этот горохомет, по крайней мере, будет красиво по нему стрелять. Блин, все трое прошли. Ну, здесь у меня пока еще есть, но сейчас они съедят мой горохомет. Я не хочу, чтобы они ели горохомет. А, подождите, он всех их снесет, да? Только не съешь. Да. Как я люблю, когда они по одной линии идут. Но не люблю, когда мне не дают времени совершенно опомниться. Моей главной промашкой было то, что я в начале волны не стал сажать звезды, а стал пытаться тупо защищать. Надо было все-таки пропустить пару раз. Так, ладно, давайте пока что вот так вот. Я думаю, вас всех замочит. Вы тем более обычные зомби, а не такие. Не сильные. И все-таки на звезды надо копить. Так, здесь я успею. Здесь я не успею посадить картошку. Она же орех. Я уже снова... А, ну стена орех, да. Все-таки он называется «Стена ореха», все пытался вспомнить. Я называл его то ли картошкой, то ли орехом, на самом деле он наоборот, то ли орех, то ли картошка. Че мне посадить сюда? Ну ладно, давайте сюда мину. Да плохо все, очень плохо все. И мина тоже не растет. Не растет кокос. И здесь он тоже прорвется, и здесь они прорвутся. Ну, это неинтересно. Вернее, это как раз интересно, конечно, но... Ладно, пока что будем спасаться этим. Пускай он отойдет сюда, пускай они съедят эту линию, но здесь еще будет...
Еще будет газонокосилка. Я буду снова отбиваться до самого последнего варианта. До самого последнего. Капля крови. Моя великая русская языку. Так, давай вот так вот. Здесь тебя будут бить. Здесь газонокосилка снесет их всех. Это здорово, на это я и рассчитывал. А мне бы вообще надо еще покашлять, но я все-таки дотерплю, пожалуй, до варианта, когда... До варианта, когда я либо проиграю, либо выиграю. Надо накопить на звезду. У меня главная задача сейчас накопить на звезду, суметь накопить на звезду. Интересно, они съедят или не успеют, а? Но сейчас я посажу кабачок и снова на звезду не накоплю. Но я же мог целую эту линию, они по ней ни разу не шли. Почему же я так ступил-то, а? Есть у меня звезда, но звезда стоит 125, мне ее еще сажать надо. Да, слушал предыдущую серию, вообще мне не очень понравилось то, что я там был такой немножко задумчивый, неактивный. По голосу, по крайней мере, но... Я думаю, сейчас будет примерно так же, но орать мне не очень хорошо. Сейчас вечер, у меня приоткрыто окно еще, там могут и в окне послушать, и соседи все-таки могут, да. Мину бесполезно сажать, что ж мне делать-то? Ну ладно, меня сейчас едят, похоже. Мина уже бесполезна, да, хотя я могу успеть кабачок на самом деле. А вот сюда успеть еще мину, если она дорастет, но вот сюда вот надо еще что-то. Или звезда все-таки успеет их добить. Было бы очень здорово, если бы звезда успела их добить, но вот мина, по-моему, не успеет вырасти, да? Этих-то звезда добьет хотя бы. Должна, 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 должна. Давай, не ешь мину, я хочу. Я хочу. Я хочу пойти к врачу, я хочу, как пел Саша Васильев в одном из старых альбомов. Ну все, я проиграл. И надо понимать всю глубину наших глубин. Да, эти двое не дошли, такой кортеж. Вокруг того, который идет и ест мои мозги. Ладно, попробовать снова. Понял еще одну ошибку своего... Своей попытки. Сейчас встретимся. Я снова тут, и мне кажется, я придумал один довольно интересный финт ушами. Смысл которого я разъясню, когда начнем играть, а начнем играть мы прямо сейчас. Поехали. Да-да-да, поехали. Смысл моей задумки состоит в довольно простой вещи. Я хочу... Посадить вот здесь вот чеснок, позволить им ходить вот так вот, по этой линии не ходить, и просто ничего сюда пока что не сажать, пускай они напарываются на газонокосилки как хотят, а я пока что за это время постараюсь как можно сильнее засадить среднюю линию звездами. Я вот надеюсь, что такой вариант сможет как-то мне помочь. Потому что если в средней линии будут звезды, то они будут бить по всем сторонам потом, и они просто должны будут забивать всех зомби. И мне уже потом можно будет защищать, как-то экономить деньги и все же посадить вот эти звезды по краям. А пока что пускай они напарываются на что угодно, мне главное посадить как можно больше звезд в самом начале и обезопасить эту линию. Это я обернулся назад, мне показалось. Какой-то странный звук был от телефона. Но звука странного от телефона не было, это меня немножко смущает. Ну хотя я сижу в наушниках, тут могут быть всякие странные звуки в этой игре на самом деле. Например, вот сейчас вот. Звезда села тоже с таким звуком, который мог бы сойти за какую-нибудь смс-ку. Что-то я хотел сказать на эту тему, забыл. Ну ладно, скажу потом. Пока что просто такой период, когда ничего не происходит, не волноваться не о чем. Я просто делаю свое дело и делаю, жду пока... Да, коплю деньги, коплю стартовый капитал и пытаюсь все это развить. Может быть, сейчас звезда даже добьет его, и он не собьет? Черт, нет, все-таки одну газонокосилку я уже потратил. Надо посадить еще одну звезду быстро. На солнце мне не падают. Так, третья звезда в этой линии уже сидит. Интересно, успею я посадить все пять звезд посередине до начала первой серьезной волны? Потому что я боюсь, что как раз, когда начнется серьезная волна, мне уже надо будет пытаться как-то защищать все-таки линии, хотя бы вот этой защитой. А то они попрут по всем фронтам и могут вполне попасть на то место, которое у меня не защищено. Ну, вернее, в котором уже газонокосилки нету. Давайте, 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 давайте. Осталось еще 25, я не знаю, сюда или сюда сажать. Я думаю, все-таки я посажу в самый зад. Потому что в самый зад это... как это правильно называется? В самый зад это подстраховаться, а в самый вперед это... А вдруг не получится? И пока что я просто рублю.
Они... Да, вот сейчас, по-моему, наступил тот момент, когда я наконец-то начал отстреливаться. Никто мне не съест эти звезды, главное, не сглупить и сюда не посадить куда-нибудь чеснок. И главное, чтобы у меня его не съели, надо всегда иметь 50 в запасе, чтобы суметь заменить чеснок, который у меня здесь стоит. А пока что я просто полностью оправдываю свою точку зрения. Единственное, надо посадить еще одну звезду и уже думать о защите вот этой пока что линии, которая у меня съедена. Сюда нужно сажать, я даже думаю, вот эту вот большую защиту, я специально ее взял, потому что маленькие защиты, они как-то довольно хорошо проедают. Так, посажу-ка я от греха подальше одну минку, на всякий случай подстраховаться. Я уже говорил, подстраховаться сзади. Ага, минка меня уже не спасет в плане подстраховаться, но пока что они вполне себе сбиваются. На маленькую защиту накопил, осталось накопить на большую. Естественно, большую защиту я посажу во второй ряд, чтобы в первый посадить колючку. Ага. Или все-таки пока что не сажать колючку и не сажать... Нет, сначала я посажу защиту. Не хотелось бы, чтобы у меня газонокосилки вообще съелись, но... Да черт с вами, давайте я сюда посажу. Здесь вроде только один идет, он, если что, напорится и все. А сюда надо успеть... Ты вообще бьешь? Бьешься чем-нибудь? Да вроде они бьются чем-нибудь. Да, они вполне бьются звездами. Мне кажется, если я успею быстро засадить все звездами, пока не начнутся более сложные миссии, более сложные волны, то у меня все выйдет. Пока что это самый удачный заход из тех, что был, только не накаркать. Фу-фу-фу, там... Извините, постучал больше раз, чем надо, но так уж получилось. Сбился со счета, я думаю, что мне зачтется, потому что среди этих разов по-любому было три. А может быть, мне просто нравится стучать по дереву. Я три сделал, потому что было надо, а еще несколько, потому что мне просто захотелось. Да не нравится мне то, что тут эти самые. Одна мина у меня уже стоит, посажу вот сюда вот еще одну, я ее уже посадил. Просто мои руки быстрее моих слов. Это меня всегда в комментарии футбольного матча немножко раздражает и забавляет, когда там момент уже прошел, потому что момент был быстрый, и там уже кто-то промахнулся по воротам, а комментатор все еще договаривает свою мысль о том, что этот набегает, набегает, нагибает, не нагнул. Да. Это насчет нагибает снова вспоминается Half-Life 2. Есть у меня одна мысль, которая, может быть, кому-нибудь не понравится, а кому-нибудь понравится, но ее я еще немножко подумаю. Связано это не только с Half-Life 2 вообще, но... Будем думать. Простите, что прошла снова почти неделя, не было ни XCOM, ни Night of the Rabbit, а я пишу еще одну серию Plants vs. Zombies, ну просто вот меня сейчас потянуло на Plants vs. Zombies, потому что меня немножко действительно смущает вот эта ачивка. Я хочу ее сделать. Так. Мне надо вообще теперь защиту делать, вот здесь вот и вот здесь вот по краям. Хорошую такую защиту. И сажать звезды здесь. На хорошую защиту мне еще вообще копить и копить, конечно. Но, с другой стороны, я на нее должен накопить, потому что отстрел у меня идет очень хороший. Главное, чтобы не усилились монстры. Но все равно, гаргантюа здесь не пойдут. Здесь пойдут максимум зомби с ведром на голове, потому что они были нарисованы в начале миссии. Так, давайте-ка вот так, как я и хотел. И будем копить теперь на звезды. Они, кстати, здесь даже без колючки бьются. Это вообще круто. Это мне нравится. Так, вот сюда вот надо подстраховочную минку посадить, на всякий случай. Потому что здесь у меня газонокосилки нет, и будет плохо. Но я надеюсь, плохо не будет. Как-то из меня пробивается иногда этот шоу-голос. Но он очень быстро засыпает обратно, чтобы никого не будить из тех, кого я могу разбудить. Все-таки ночь — это очень хорошо, но... Но да. Блин, что-то они мою защиту очень быстро едят. Вон она уже плачет просто вся. Да, они ее съели. Нифига себе. Не ожидал от нее такого, значит, надо как-то более аккуратно сажать звезды. Наверное, начинать сажать звезды откуда-нибудь сзади как раз. А пока что что, мне еще одну мину сюда сажать, что ли, или чем? Да нет, здесь газонокосилка есть. Я думаю, что если что-нибудь не получится, то... Или получится все-таки? Да, получится, они их замочили благополучно. Значит, сюда звезда. Зря звезду посадил, надо было все-таки сначала сажать защиту какую-нибудь. И у меня чеснок на подходе, у меня чеснок сейчас будет уже съеден. Надо срочно брать еще 25. Еще 25 солнца.
Блин, они сейчас по-любому съедят мой чеснок, но... Ну да. Но чеснок у меня уже есть, а вот здесь вот... Но пока что я не имею права ничего тратить. Потому что мне надо подстраховывать... А, чеснок уже не надо подстраховывать, да. Волна была довольно простая, и никто здесь не пошел. Накаркал. Пошел этот чувак в ведре. Ну и что, успеют его добить? Или мне придется его как-то своими силами? Не хотелось бы его своими силами, на самом деле. Но, походу, придется, да. Все-таки надо спасать эту звезду. Пускай здесь даже газонокосилка, наверное, их всех собьет. А вот здесь вот мне что-то надо делать. И я не знаю, что мне здесь делать. Они вон уже не кончаются. Кажется, я все-таки напоролся на тот момент, когда пошли сильные волны, и их стало много. Черт! 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 Сказал я. Хм. Надо как-то подстраховывать себя. Давайте сюда еще одну звезду будем отбиваться крестиком. Некоторые вышивают крестиком, а я отбиваюсь крестиком. Ну, здесь просто такой крест получается. Добей, ну, пожалуйста, мне уже просто нечем защищать-то. Главное, чтобы он... Да, вот это вот добьет, а вот сюда вот уже нужен... Уже нужен кабачок. Уже нужен кабачок, и кабачка у меня... Кабачка у меня есть. Но денег у меня, солнца, у меня снова нету. Чеснок уже почти съели. Я уже готов, у меня там на холодильнике лежит чеснок, не знаю, нафига я его покупал. Я уже хочу его сейчас засунуть в монитор, потому что он вообще похож. Есть такой молодой чеснок нарисован. Так, чеснок есть, кабачка нет, сейчас у меня съедят эту звезду. Сейчас у меня съедят эту звезду. Ну ладно, пускай едят эту звезду, я все равно ничего не... А нет, слушайте, повезло. Надо делать защиту и надо делать колючки, я думаю. Только сначала срочно заменить чеснок. Хм. Как же мне поступить-то по-умному? У меня что-то солнце еще перестали падать, или я их забываю просто брать? Так, я могу что-нибудь сажать. Но мне надо смотреть за тем, что я должен подстраховывать. Мне вообще кажется, что если я посажу еще звезд... Я просто одними звездами тупо смогу уже от всех отбиваться. Но мне нужно всегда иметь в виду этот чеснок. Вот сейчас он наверняка его съест. Последний укус будет, да? Нет, еще не последний. Еще вполне себе ничего. Так, подстраховать от этого? Да нет, его тоже добьют. Так, еще одна звезда вот сюда вот. И, по-моему, это уже будет вопрос времени. Потому что я должен это суметь. Мне кажется, что я уже здесь не сильно победим. Но, конечно, подстраховка мне бы не помешала. Может быть, все же посадить что-то, но я думаю... Хм, а что это по нему все перестали стрелять? Что, такой неудобный угол, что ли? Вот это подстава. Так, ну ладно, еще одну звезду вот сюда, пока есть возможность. Мне осталось посадить раз, два, три, четыре звезды. Но сейчас будет волна, и мне нужно солнце, у меня сейчас съедят чеснок. Блин, а что это он так прошел? Почему? Звезды закончились или что? Если у меня сейчас будут есть... У меня сейчас будут есть весь этот ряд, да? Нет, у меня не будут есть весь этот ряд. Успел. Ой, как мне повезло-то, а. Но вот сейчас мне здесь не повезет. И кажется, я сейчас начну где-то с середины своего захода. У меня все это будет съедено, да? Надо накопить на что-нибудь, чтобы спасти. Мне нужна защита. Мне нужен кабачок. Мне нужно что-нибудь. Мне нужно солнце, мне нужен кабачок, мне нужно что-нибудь... Да, вот так вот я сказал. А вы что, уже звезду начали есть? Нет. Звезду вы есть уже не начали, еще не начали. Ага, ага, и вот здесь вот еще эти двое идут. Так, посажу-ка я сюда еще одну мину. Да! Да это несерьезно, люди. Еще одна мина меня здесь уже тоже не спасет. Я отвернулся назад посмотреть на таймер, сколько я уже записываю. Но еще нормально, еще укладываюсь в размер серии. Да и вообще, мне по-любому надо ведь заканчивать вот это безобразие, которое я здесь устроил. Пробуем вот так вот. Они здесь вроде нормально стреляются, мне просто нужно защищать то, что я делаю. И кажется, сколько тут? Раз, два, три, четыре, снова четыре, блин. Было же недавно четыре. Че, у меня их ели, что ли, или что? Как-то я не обратил на это внимания немного. Так, чеснок пока живет. Вот здесь вот плохо. Ну что мне тут делать? Они неправильно встали, меня кабачок тут не спасет. И это я не могу... Дал я... Не то. Ну хотя бы... Нет.
Все-таки от одного спасет, есть. Что же мне тут сделать-то? Как бы мне тут жить? Я сажаю не то, что надо. У меня снова пошла неправильная тенденция сажать не звезды, а чё-то черт знает что. А надо сажать не черт знает что, а звезды. Потому что звезды меня защищают отлично. Они убивают их всех, и мне их просто надо сажать. Потому что надо сажать. Ага, вот здесь вот у меня подстава, да? Подстава или не подстава? Подстава или не подстава? Пройдет он или не пройдет? Блин, давай быстрее. Кажется, это подстава. Ну ладно, давайте вот так. Сюда защиту. Ну не туда, защиту уже. Ну ладно, вообще их должны добить просто. Не, копим на звезды, не сажаем всякую муру. Если что, всякую муру я успею насажать. Успею, вернее, неправильное танционное ударение. Всякую муру я успею насажать. Вот. Это должно было быть как-то так. И кажется, нет, сюда не придется. Интересно, если он без головы дойдет до конца, то он засчитается или не засчитается, то, что он дошел. Так, я накопил, кажется, накопил. Ну что, у меня тут защита есть. Пробуем сюда еще звездочку, только надо сюда еще кабачок. Сейчас он съест мою. Вот эту вот. Мой орех. Съест, не съест, а? Вообще не должен. Съесть, не, не съест. Осталось три звезды. Три звезды, и все здесь, и все незащищенные. И кажется, я то ли прожил волну, то ли не дожил, наоборот, волну. Сейчас будем смотреть, куда мне сажать защиту. Вообще защиту мне скорее надо сажать сюда, потому что здесь у меня нет газонокосилки. Но мне еще нужен чеснок. Наверняка сейчас этот... А, пускай у меня еще один чеснок здесь будет. Будет два чеснока. Просто не пойми что. Их становится все-таки все больше и больше с каждым разом. И кажется, здесь меня сейчас будут... Ну хотя, вот сколько, каких, кого он убьет? Он убьет этих двоих, а этого добьют звезды, да? Да! Есть. Стало жить и дышать намного легче. Я уже даже кашлять забываю. Ой, господи. Чё ж их так много-то? Чё ж их так много, чё ж мне делать? Главное, какую линию мне вообще защищать нафиг? Попробуем. Пробуем вот эту. Чтобы они здесь все-таки не прошли. Надо как-то думать, надо что-то делать. Надо с кем-то жить. Активно. О чем я? Наверное, это мои внутренние мысли, но это я так про себя. Ой-ой-ой-ой-ой, как меня сейчас будут есть-то. Ну ладно, хотя бы здесь не ешьте. Здесь не ешьте, е. Вот здесь я всех снес. Они не будут трогать мои звезды. Здесь есть защита. Здесь они успевают. Вот этих надо как-то. Да нет, мину я уже не успею, но надеюсь, успею кабачок. Вот если не успею кабачок или хоть какую-нибудь защиту, то это будет... Это будет нечто. Я не думал, что я так проиграю. Так, а давайте-ка, идите-ка нафиг отсюда. Идите туда, где у меня есть газонокосилка. Главное, чтобы этот чеснок выжил, вот этот чеснок еще выжил. Да. А вот теперь это будет уже подстава. Это я хорошо придумал, мне даже понравилось. Но звезды у меня снова съели. Так, нет, вот так вот защиту. Ой-ё, они не кончаются. Не, я не сумею, черт! Вот здесь вот, давай, добивай. Вот этого добивай хотя бы. Дальше проживем. Но я не хочу кабачок-то, не хочу. Ладно, вот, убили. Е. Здесь убили, здесь сажаем пока что мину. Черт, это не то, что я хотел на самом деле. Сейчас же они пойдут здесь. Еще один чеснок сажать, да? Да нет, не могу. А вот так могу? Да и вот так не могу. Какая подстава. Я был чуть-чуть медленный, а идите нафиг. Я еще не сдаюсь, пока что идите на эту газонокосилку. Айо! Интересно, они между чесноками ходят туда-сюда. Но это уже... Это фейл. Я был немножко медленный, немножко. Надо было просто быстрее сажать звезды. Не успел посадить 4 звезды, начал сажать защиты, и у меня не вышло. Надо было сажать колючки.
Потому что колючки — это верная защита. Да не пущу... Ой, пустил. Надо было сажать колючки. И снова этот звук. Слушайте, а вот... Правда, вы где-то в середине серии были уверены, что это просто вопрос времени, что я сумею победить? Особенно те, кто давно не пытался в эту миссию играть и не помнил, что здесь будет такой ад в конце. Я вот был абсолютно уверен, я знал, что будет ад, но я не думал, что такой. Так что ладно, мне кажется, что до следующего раза. В меню? Еще раз в меню. Я даже от такой грусти, наверное, полью свои растения в саде дзен. Это меня смущает, что в этом саде дзен играет музыка, которая у меня обычно не играла. Вдруг на нее есть авторские права? Нет, я пойду отсюда из сада дзен и полью все на ночь уже за кадром. А это был курящий из окна. Я думаю, вам было как минимум интересно это наблюдать. Я все-таки попробую в следующий раз снова это сделать. Может быть, не в следующий, может, после следующей. Вы, наверное, даже выскажетесь в комментариях, что вам интересно, чтобы я все-таки добил это в следующий раз или попробовал что-то другое. Пока что все, смотрите, подписывайтесь. Было... Ну, короче, это был я. Пока.